Друзья, привет! Фикс прайс на Индустриальном 34, город Санкт-Петербург. Посмотрите, сколько сегодня здесь новинок. Давайте скорее все рассматривать. И первое – это корзинка, 249 рублей. Большой размер, очень хорошо сделано. Корзинка крепкая, прутья не гнутся. По бокам есть удобные ручки, чтобы переносить. Размер корзинки 30 на 20 сантиметров. Можно использовать для овощей, для фруктов, для полотенец. Цена 249. Навесная кухонная полочка. Тоже сделана из стали углеродистой. Вот так вот можно ее повесить. Посмотрите, сколько тут и крючки есть, и полка. Можно поставить баночки, емкости со специями. Нужно будет ее собрать. Она в разобранном виде. Такая вот большая. Стоит 249 рублей. Размер такой полки 20 на 50 сантиметров. В комплекте есть крепление, чтобы ее повесить на стенку. 299 рублей подставка для разделочных досок. Смотрите, можно поставить 4 доски. Такая крепкая сталь. Хорошо сделано. Размер 26 на 16, 299 рублей. Подставка кухонная для хранения. Такая металлическая полочка на ножках. Вот таким образом можно использовать. Поставить в кухонную полку, чтобы пространство не пропадало. Снизу тарелочки, сверху чашки. Углеродистая сталь по составу. Такая вот широкая полочка. Цены не нашла я, наверное, 199. Подставка для столовых приборов. В этот раз она уже 149 рублей стоит. Вот так вот будет выглядеть. Внизу сеточка на ножках. Очень крепкая такая, хорошее качество. А раньше по 99 были, сейчас уже 149. Такой вариант подставок. Квадратные в сечении. 149 рублей. Держатель для кухонных принадлежностей с подносом внизу. Сверху 6 крючков есть. Можно повесить венчики, лопатки, половники. Внизу пластмассовая полочка, она снимается, можно ее помыть. Такой держатель стоит 299 рублей. Цена 200. Друзья, смотрите, кому-то не успело, возможно, в прошлые привозы, бутылочки с дозаторами, сверху вот такие клапаны, открываются, закрываются. Бутылочки использовать можно для масла, для уксуса. Сейчас они по 149 рублей, есть глянцевые, есть матовые. Объем у них 310 мл, смотрится очень стильно. По составу это стекло, нержавейка и полипропилен. $149, вот такие большущие стеклянные банки, объем 2 литра 200, крышка тут из жести, закручивается, стильные надписи, подойдет для сыпучих, для спагетти. Крышка тут из жести, есть вот там такая пластиковая прокладочка, закручивается, крышка винтовая. Надписи разные, качество, по-моему, отличное, тяжелая стеклянная банка, цена 149 рублей всего. Баночки из жести для спагетти. Объем 1 600 литров. 149 рублей. Дизайны одинаковые. Банки для печенья. 3,5 литра. Это жесть. 299 рублей. Вот так выглядят внутри. Качество хорошее. Крышка легко снимается. Металл не тонкий. Следующая просто классная стильная новинка. Это набор для специй на подставке. Баночки по 90 мл. Баночки стеклянные. Подставки 6 баночек. Набор действительно классный. Отдать 300 рублей за такой набор совершенно не жалко. Уже знакомые нам баночки по 99 рублей. 250 мл. Внутри разные ложечка, кисточка и ложечка для меда. По составу это стекло, полипропилен и силикон. В крышке есть силиконовая прокладочка. Крышка легко и плотно закрывается. 99 рублей. Экраны защитные от брызг. 299 рублей. Защищает фартук кухни от масляных пятен и брызг. Легко складывается до компактных размеров. Подходит для многократного использования.
размер 76 на 22. Вот три такие створки. По составу это углеродистая сталь. Цена 299. Блюдо сервировочное. Это самое маленькое из подобных блюд здесь. 20 на 13. 77 рублей. Подойдет для подачи суши, роллов, мясных и рыбных блюд, десертов. Состоит из сланца. Баночки в этой же коллекции. 55 рублей маленькие, 250 миллилитров. И большие. Пол-литра 99 рублей. Бутылочки с дозатором. 360 миллилитров, 55 рублей. Такой мягкий пластик. Макушка есть белая или черная. Половники, лопатки по 77. А вот такие вот и есть. Толкушки для картофеля тоже по 77 рублей. И вот такие полочки есть. Смотрите, они вешаются на самоклеющиеся крючки. Стоит полка 199 рублей. Размер 28 на 11,5. В кухне можно использовать для специй, для баночек. Также, думаю, можно поставить небольшие цветочки. Есть вот такой широкий ножик. Подойдет для масла, для мягкого сыра. 77 рублей. 55 рублей решетки в раковину. Они такие мягкие. Две расцветки и по форме круглые и квадратные. 77 рублей венчики из новой коллекции. Большие круглые силиконовые формы для выпечки. Диаметр 29 сантиметров. Стенки высокие, где-то сантиметров 7, наверное. Все остальное мы с вами видели. Вроде бы всю показала вам новую коллекцию. Друзья, пишите, что вам понравилось больше всего, что бы вы купили. Конечно же, я не удержалась и кое-что купила. Новые подносы, круглые, пластмассовые, вот такие вот стильные, диаметр 28 сантиметров, по составу это полипропилен. Дизайн есть вот такой. Нашла еще два дизайна, стоит такой поднос 77 рублей. В коллекции есть также этажерки двухуровневые, вот такой эффектный дизайн. Сделаны этажерки из жести, посмотрите, как аппетитно смотрятся маффины. Можно фрукты разложить. Подносы такой же дизайн имеют, как и этажерки. 40 сантиметров длина, сделаны из жести. Цена 149 рублей. Классные, стильные, лаконичные емкости с трубочкой для напитков. Есть два дизайна. Вот эта емкость без ручки. Получается, как стаканчик такой с крышкой. Крышка из жести, баночка сама стеклянная, 480 мл, но горячая наливать нельзя для холодных напитков. И второй вариант, как кружка с ручкой. Цена просто отличная, 77 рублей всего. Бутылочки для воды по пол-литра, они пластмассовые, жестяная крышечка, 99 рублей. Кувшины для воды, литр 350, стеклянные, такие стильно выглядят. Стекло, по-моему, тонковато, на мой взгляд. 299 рублей стоит. По составу это боросиликатное стекло и полипропилен. Крышка вот таким образом выглядит. Есть такая силиконовая прокладочка резиновая. Закрывается крышка очень плотно. Одной рукой вынуть тяжело. Бульонница с ручками по 77 рублей. С кактусами. Внутри черные, снаружи цветные. 600 мл это фаянс. Зеленые, оранжевые, и сиреневые и белые, серые. Есть тут новые спонжики, они по 149 рублей в пластиковом чехле. Цвета разные есть. Такие новые щеточки для ногтей по 55 рублей. Есть розовые, голубые и зеленые. Хвалят, говорят, купили и хорошие щеточки понравились. Маски для глаз. 149 рублей. Такую маску можно охладить и использовать от отеков, от усталости глаз. Кладется в морозилку на 30 минут. А для расслабления или подготовки ко сну нужно нагреть в микроволновке 20 секунд и теплую маску приложить глазам. 149 рублей такая масочка. Новые массажеры для головы. Вы посмотрите, как они мило выглядят. Такие зайчики. Стимулируют кровообращение. Улучшают рост волос, можно использовать для мытья головы. Рукоятка тут пластиковая, удобно будет лежать в руке, не будет выскользать. Такой массажер стоит 149 рублей.
Смотрите, какие смешные новые сумочки. Утенок с ножками. Так, сверху вот такие недлинные ручки. Застегиваются на кнопочку. По составу полиэстер, хлопок и сталь. Внутри есть кармашек. Швы обработаны. Подкладки нет. Цена 299. Синяя сумочка есть. А вот такой утенок. И вот такие смешные желтые сумочки. 299 рублей. Рядом еще новинки. Овечки. Небольшие детские сумочки, мягкие. Стоят они 199 рублей. По-моему, это как-то дороговато. Внутри есть подкладка. Застегиваются они на липучку. И вот такая плетеный длинный ремешок. Тесемочка. Цвет темно-серый. И вот такие бежевые. По составу это полиэстер. Детская косметичка. 249 рублей. Такая плюшевая, мягкая. Есть прозрачные вставки. Застегиваются. Вот такие брелочки висят. Смотрите, как внутри сделаны. Швы спрятаны. Есть ниточки, но не страшно, по-моему. В розовом цвете. И есть вот такие красные. 249 рублей. Мини-штативы 149 рублей. Складная конструкция, регулируется угол наклона. Обратите внимание, место крепления, вот резьба и здесь. Она металлическая. Дойдет для устройств шириной не более 95 мм. Высота штатива 145 мм. Тренога имеет складную конструкцию. Вот угол регулируется. Подойдет для большинства смартфонов, камер и фотоаппаратов. 149 рублей. Насадка на швабру 27 на 14, 50 рублей. Сверху есть резиночка, сделана из полиэстера. Думаю, будет удобно. На любую швабру подойдет. 50 рублей. Большие контейнеры для сбора мусора. 299 рублей, 18 литров. Открытие и закрытие крышки с помощью ручки. Крышка фиксируется в открытом положении. Рамка для крепления мусорного пакета есть. Смотрите. Удобно. Всегда чистые руки. Цвет крышки оранжевый и зеленый. Так, вот такая ручка. Крышка. Ручка эта является, видимо, как раз той самой рамкой для фиксации. $299. Производит Россия. Пледы есть в продаже. 150 на 100, полиэстер. Так, цена, по-моему, 249 на них теперь. В клетку, цветные. А вот такие сидушки появились. Смотрите, разноцветные, мягкие. Знаете, как барашки такие были раньше. Сумочки, барашки, косметички. Такие же мягкие. Есть две завязочки. С обратной стороны точки противоскользящие. Так, не вижу этикетки. Цвет есть вот коричневый еще. Серо-голубой. 40 на 40. Цена, наверное, 199 или подороже. Подушки. Вот такие толстые, большие, тяжелые. 50 на 70. Наполнитель из натуральных материалов. Так, пух, перо. 50% хлопок, 50% ткань. Тик, пуходержащий. Производит Россия, город Иваново. Вот такие вот расцветки. 50 на 70. Цена наверняка 299 рублей. Цена не указана, но не думаю, что дешевле они будут стоить. Полотенчики покажу вам. Вот такие, по-моему, новые. Маленькие, махровые. Размер 30 на 30. Хлопок. Квадратные. Есть однотонные. Шторки вот такие нитчатые, 200 на 100, по составу полиэстер, стоит 199 рублей. Вот такие расцветки серебристые, золото, бордовые, белые еще есть. 299 рублей чехол для гладильной доски, чехол термоотражающий, размер 40 на 120 сантиметров. Чехол сделан из двуслойного материала, из ткани с термостойким покрытием и из поролоновой прокладки. Стоит 299 рублей.
набор вышивки. Смотрите, какие тут есть картинки. 20×28 размер. Цена такого наборчика всего 55 рублей. И для умывания с нимом 99. Покажу кремчики. Я вам их уже показывала, но еще раз вот. Смотрите, все тут есть новенькие. Вот это новинка. Крем-бальзам восстанавливающий Маклюра Плюс. Восстанавливает кожные покровы, смягчает кожу, спасает от сухости. В составе экстракт маклюры, экстракт гинкобилоба и мочевина. Производит Россия. Крем-гидропилинг для ног при сухой огрубевшей коже. Домашний педикюр смягчает и восстанавливает сухую огрубевшую кожу ног. Ухаживает за кожей, увлажняет и питает. В составе депантенол, витамин Е. 55 рублей стоит. Смотрим состав. Производит Россия. Новинка в декоре. Смотрите, какие панно. Вот такое большое декоративное панно. Размер 70×23. Смотрите, как можно в интерьер повесить. Одну штучку или несколько взять. По составу это фанера. Написано, что стекло. Интересно, где тут стекло. Второй вариант. Можно для вьющихся растений повесить, чтобы они цеплялись. 199 рублей. Новинок тут нету. Сегодня все новинки в кухонном отделе. Все покупатели там толпятся. Отличная серия. Вот, смотрите, подсвечник есть тут такой вот металлический. Цены нету. По-моему, 149 рублей. Сделан из стали. Нашла здесь вот эти вот декоративные такие картинки. По 249 рублей они. Гигантские котики, калибри. Сделаны из фанеры. Цвет есть разный. В комплекте есть все, что нужно для крепления. Производит их Россия. Цена 249 рублей. Декоративные веточки подвезли. Они по 149 рублей. Смотрите, декорации, цветы подвезли опять. По 299 они. Тяжелые. Вот так вот оформлены. По составу это полипропилен, полиуретан, цемент, пенопласт, камешки и сталь. Цвет белый, светло-розовый, есть темно-розовый. 299. Орхидеи есть, тоже по 299. Кактусы 199. Коробка складная 24×24×11. Цвет новый под дерево. 99. И есть коричневые. Отдел для ванной. Здесь новые коврики есть. Толстенькие, пушистые. 40×60. Такие яркие расцветочки. 199 рублей они. Чехол на сиденье унитаза. 99 рублей цена стоит. Возможно, это за другой чехол. Но вот эти вот новые удобно поднимать и опускать за петельку. Вот есть вот такая петелька. Цвет разный. Есть бежевые. Такие пушистые, как махровые полотенчики на ощупь. А по составу это полиэстер и спандекс. Здесь вот что-то металлическое, наверное, проложено или пластик. А вот пластик торчит. Каркас такой. Наборчики «Юный парфюмер». Создай свой неповторимый аромат. Вот, например, можно апельсиновый аромат, лавандовый. Тут роза. Мне кажется, интересно будет девочкам сделать свои духи. Два эфирных масла в наборе. И можно сделать три аромата. 199 рублей. Набор питомец юрского периода 149 рублей. Можно выращивать настоящих рачков. Показывала вам в прошлом обзоре. Еще раз смотрите, что в составе. 149. Я взяла вот такую корзинку и вот такой крем питательный Гималая. Висят они на кассе по 55 рублей. 10 грамм тут. Вот, корзинка на витрине была 199, пробилась мне 249 рублей.
можно использовать для овощей, для фруктов, для бытовой химии. Например, видите, тряпочки, бутылочки поставили и понесли куда вам нужно. Можно полотенце сложить, потом можно книжки детские сложить. Думаю, что шапочки, перчатки можно положить. Цветочки вот так организовать, тоже симпатично. Ну, а я взяла, чтобы сложить какие-то школьные учебники, тетрадки, канцелярию детскую. Мне кажется, удобно, симпатично и порядок. Thank you.